Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Иногда для приготовления по-настоящему вкусного лакомства достаточно иметь минимальный набор ингредиентов. Давайте рассмотрим необычный рецепт, благодаря которому вы всегда сможете порадовать близких достойной заменой картофеля фри. Для работы нам понадобится картофель 1 штука, 1 яйцо, сухие дрожжи 3 грамма, молоко 180 мл, соль и перец, мука 300 грамм, лук, перо. Потрясающая картошка, достойный конкурент фри, готовится просто. Корнеплод помыть, очистить, нарезать на ровные кружочки. Проварить на пару 20 минут. Допускается и классическое отваривание картофеля, но в этом случае необходимо внимательно следить за тем, чтобы овощ не разварился. Приготовить картофельное пюре, тщательно размяв ломтики. Добавить специи, соль и дрожжи, затем молоко и яйцо. Добавив муку, получим однородную массу. Далее посуду с тестом накрываем крышкой и ставим в теплое место. Предстоит подождать примерно час. Чтобы не скучать во время ожидания, можно подготовить перья лука, помыть и порубить их. Когда тесто поднимается, нужно ввести в него зелень. Теперь необходимо поместить тесто в полиэтиленовый пакет, отрезать кончик и постепенно выдавливать колбаски в кипящее масло. Будущее лакомство выглядит на сковороде так. Осталось обжарить картофельную массу до тех пор, пока палочки или колбаски не приобретут золотистый окрас. Лакомство готово, можно угощать друзей, родственников и наслаждаться их реакцией. А знал ли ты про такую замечательную замену картофелю фри? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.